Друзья, вот сейчас вы должны прямо все начать завидовать мне. Вот видите, уже полная кепка сморчков. И пакет уже почти полный. Короче, сейчас высыпаю туда эту кепку. И еще, можно сказать, кепка, и будет полный пакет. Вот, нарвались на такое место. Последняя съемка была, там не очень много было грибов. Потом зашли вот в такой вот осинничек, вот среди вот такого вот сосняка, видите, друзья. Сосничок такой. Короче, пятачок такой осинника, и сразу же набрал кепку. Потом пошел еще ходить. Вот, кстати, еще один. Ну, вот этот уже более такой суховатый сморчок. Вот. Шляпочка уже подсухла. Но ножка-то классная, мы его тоже берем. И это, друзья, набрал кепку. И потом еще, короче, опять три кепки. Вот сейчас уже вот четвертая кепка, короче. И нормально все прям. Классно, блин. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Собираем сморчки. Есть вот такие вот классные. Вот такие вот прям пышные сморчки. Есть вот такие вот, друзья. Вот такие вот есть классные. А, как вкусно пахнет. А комаров сколько появилось, друзья. Смотрите, вот на руке уже появляется. Прям вот сидят, прям это. Летают. Но сегодня первый день. Вчера столько не было комаров, как бы. Сегодня уже классно столько. Короче, сколько ходим? Уже 4 километра находили по навигатору. Ладно, всем пока. Давайте. Клещей уже я снял, вам говорил, сколько.